Зимняя сказка на берегу Черного моря. Впервые в легендарный Артек приехал всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. Каждый из нас с вами может стать волшебником, совершив небольшое доброе дело. Поэтому чем больше добра вокруг нас будет, тем больше будет чудес. Для артековцев Дед Мороз приготовил неожиданный сюрприз. Сделать 2015 селфи и 2016 коллективные с Дедушкой Морозом. Это новый мировой рекорд Деда Мороза. Очень хочу, чтобы вся страна наша стала благодаря вот этим селфи, этим видео еще дружнее. Первый Новый год за многие годы, последние там 10, наверное, лет, может больше, когда в Новый год здесь будут дети. И они здесь будут 31 числа в 12 часов, 1500 детей, которые соберутся на этой площади, будут встречать Новый год, ну, вместе со всей страной. Блэкаута на полуострове Дед Мороз приехал на открытие главной елки Севастополя. Не в санях, как обычно, а на троллейбусе. Здравствуй, славный город Севастополь! Сейчас для всей матушки России записываем с вами маленькое кино. 3-4... Умницы! Спасибо вам за теплый прием с Новым годом! Счастья, любви! И ждем всех в гости! Тех, кто по снегу соскучился, и к